А теперь нас шестеро. Все выпали из гнезда. Значит, одного мы отобрали у кошки. Второй был у привязи около пони, когда мы пошли ее вечером забирать. Третий пробежал вообще к нам на участок, под сараем пролез и сидел у нас на участке. А четвертого мы нашли у привязи, где у нас гуляет ослик. Прям сидел, ждал, когда его заберут. Их родители покаркали и сказали спасибо, что забрали наших детей. Вот они у нас помечены. Кто-то зеленкой, кто-то йодом. Все в кашах. О, в каше. Ты кушать хочешь? Ты кушать хочешь? Кушать? Кушать? Да? Ты же кушал только что, ты весь в каше. Ты не наелся? Ты не наелся? Чип, ты не наелся? Чип. Чип. Молодец. Мы все в кашу. Наши значительно крупнее. Вот первые, вот они птенцы, вот они два, вот один. Но второй на веточке.